Всем привет, привет, привет! Это семья Бондаренко, это Виталий, это я, это наши дети, которые пытаются сделать вид, что они типа устали, что типа они не хотят спать. Забегли все кидающие в отключки в полной. Вина уже чувствует приближающие морозы. Кристина нормально, лишь бодряк, молодец. Короче, народ пока еще бодрствует. Ну а я, как всегда, ору по-тихому. Доброе утро всем! Пока вы там с ПТ, мы едем в Теннесси! Ура! Мы уже в Теннесси! Вот такая вот семья путешественников. Это 9-й уже по счету штат, но мы тут второй раз. Второй раз уже в Теннесси. Едем, потрясающее путешествие! Американских коров. Там были коровы. Виталик очень счастлив. Да, Виталик? Пару слов. Как тебе американские коровы? Я еще их не видел поближе. Надо поближе познакомиться. Да? Да. Это очень важно. Очень важно. Но они небольшие, видно. Порода не, такая. Но они холеные, такие все черные, одного цвета. Видел? Смотрите, какая красота. Это Теннесси. Горы, салатовые поля. Мы, конечно, еще пока не в цивилизации, но это так красиво. Утром горы и туман. Просто невероятно. Просто трип-триповский. Тут у нас творится. Ребятки, проснулись. Доброе утро. Вы попали в кадр и стали популярными. Как вам это news? Ну что там, я не могу понять. Навечно что ли хоть кучку уйти? Как вы могли, а? Вот и же. И смотрим на эту красоту. Хотела вам показать чуть-чутку горы Теннесси. Сказка неимоверна, ребята. Неимоверна. Реально первый раз в жизни вижу такую дорогу. Что с ней случилось вообще? Она гладкая просто. Ее ремонтировали. Нет, как бы едешь, она вроде ровная, но что она такая рябая? Стремка. Как буренка рябая. Стрём какой-то. Мы, конечно, может быть, в каком-то, знаете, едем в глуши в какой-то. О, она теперь желтая стала. Только что мимо нас проехали меннониты, да, Виталя? Да, там. Два меннонита, классно так одеты. На лошадях. На лошадях я, конечно, помчался. У меня не одна лошадка, а больше, у них одна только. Сейчас это дорога желтого цвета. Я не знаю, почему. Может, тут какашки кто-то перед нами рассыпал. Может, какашки кто-то рассыпал перед нами. Поэтому дорога такая пожелтела. И не прибрались, так сказать. Ну, какашки так не знал. Ура! Welcome! Мы приехали! А кто самый первый? А самый первый Бондаренко! Ура! Приехали, собираемся красиво, интеллигентно, потихонечку. Еще одни подъехали. Герои дня. Нас должно быть 30. У нас пока еще половинка где-то. Good morning, people. Good morning, people. Оля. Вот эта плата. Нам вышло $120 за пятерых. И вот туда уже идут. Пещера. Скоро мы пойдем туда. А сейчас пока наши пошли по сувенирам шариться.
Собираемся, еще 4 машины должны приехать, у нас больше 30 человек. Вот так вот. Оля, иди сюда. Так, все собрались. Все собрались. Идем в дырку. Так, все должны покаяться, успеть. Там какая-то дыра. И София. Наши пиплы. Аллилуйя. Ура! Идем! Идем! Туннель! Миша, глянь на меня! Ура! Какой-то туннель счастья! Так! Наша компашка! Идут! Селфи! Селфи с губами! Пупсики! Да, здравствуй, черная дыра! Вау! Как вас много! Вау! Вы такие все красивые! Уже устали, присели, да? Самый меньший наш участник. Что не подскользнулся. Да. Церковь просили, да, девчонки. Мне уже страшно. Это что такое? Ребята, там такая высота. Аккуратно, камни башка. Камни башка. Нет, я должна снять наших телепузиков. Страшно вам? Мне тоже страшно. Не сиделось вам дома, народ. Добро пожаловать в мокрое пространство. Не сиделось вам дома, да? Не говори. Катя, не задерживайся. Тут так страшно идти, я все время держусь. Мокро. Мокро и слякоть. Примерно так жили древние люди в пещерах. В пещерах с медведями жили древние люди. Запускали сначала свою жену туда, они, звери все убегали, а потом сами заходили. Да. Мечтаешь об этом, да? We're gonna go back a bit, yeah, we're gonna go right back across. All right, guys, so this is our first formation of the tour. We call it the Cascade. It's located right back here. Это называется Cascade, это наша первая остановка. The white rock you guys see in the bottom is called flowstone. It's created out of calcium carbonate, the Veil of Tears. Это вторая формация, это называется слезная вода. That located here on the top, these are called stalactites. Сверху, который. On the bottom they're called stalagmites. And when they grow together, they form a stalactite stalagmite. All right. Anybody have any questions? All right. Древнегреческой. Древнеамериканской. Тут, короче, нам рассказывают, что тут жили древние индейцы. Племя Чероки. Так прям наш район. Посмотрите, какие сталагмиты. Всякие капельки на голове. На, это на крыше. Слушай, тут нормальная высота, 5 метров, да? Ну, больше даже. Интересно, просто есть такой какой-то катаклизм. Здесь можно спрятаться или нет? Не знаю.
Наверное, много у кого такая идея будет. Это так интересно. Вау, все подсвечивается. Но если бы они не сделали подсветку вот такую, я бы ничего не побачила. А как вот древние эти племена чероки без этих прожекторов? Не брали этот пропитанная палка с этим с чем-то. Она пропитанная. И шли и класс. Освещали все вокруг. Подожди. Класс. Тут, наверное, не берет интернет в пещерах. Я не берет. Мы выложим, когда он будет брать. Мне неудобно, мы идем по такой земле, наполовину глиняной. Вот тут, конечно, красота неимоверна. О, какой-то ковшик счастья. Сейчас нам будет экскурсовод рассказывать. Нет, для чего? То, что вот на наших руках есть разные жиры. И когда мы дотрагиваемся до этих минералов, наши жиры, они блокируют растения этих минералов. Своими жирами не давим. Ничего, пожалуйста. Так что все это росло и наши было жиры. Красиво. Не давим жирами своими. Жирные люди. Это называется leaching vat. Это корыто счастья. Название такое. Now, it was used by Confederate soldiers in the 1860s to create gunpowder. В 1860 году эти конфедераты вот в армии, они использовали это, Южане, да, порох, для того, чтобы производить здесь порох. Да, для пистолетов и их оружия они использовали вот эту машину. It's created by the liquefaction of bat poop with the addition of potassium nitrate. И это было сделано с кучек мышей. And so also when it was formed we use a different type today. It's called a smokeless powder. It's made out of nitroglucose. И то, что мы используем сейчас, так чтобы делать оружие, оно мы используем другие элементы. Это круто. Вот это место, где ровная земля. Обалдеть. Так затишно. Очень классно. Наша группа разбрелась, потому что... У нас даже с пупсиками. Комната, в которой мы сейчас находимся, называется Hanging Rock Chamber. Ну, висящий камень. Пещера. Now, the bedrock pendants you see above your head were formed when two springs entered the room, causing a... Движемся дальше. Это невероятно красивые места. Обратите внимание, с той стороны идет другая экскурсия. Там наши. Я иду по глиняной земле. А Виталик меня ведет, чтобы не рухнуться. Высота тут, я не знаю сколько. Ну, фит, наверное. Метров шесть. Метров шесть. Там сосульки висят, хоть бы на голову ничего не упало. О, остановочка. Сейчас что-то нам будет рассказывать. Глянь, как кратеры такие, знаешь, из земли торчат. Как прикольно вообще. О, там что-то горит. Молодежь пошла шашлык жарить. Молодежь, что там? Что там? Динозавры? Динозавр или шашлык? Не просто телефон. Вау, а ну дай посмотрю. Угу. Что там, динозавры или шашлык? Непонятно. Угу. Это древний ресурс. Здесь сразу был телефон. Если что-то произошло, можно было всегда позвонить сверху, так что пришли и помогли там скорая помощь. А сейчас есть Wi-Fi и можно с телефона звонить сотрудникам. Alright, you guys, located behind you, that bright red hole, that is called the Devil's Hole. А вот это сзади, вот это красное,
Это называется дьявольская... Кто не покаялся, туда скидываем. It's a 13-foot deep hole that tapers off to the size of a softball, and we don't know where it goes from there. А это дыра 13 футов длины, и мы не знаем, куда она идет после этого. Замечательно. Замечательно, давайте проверять. Кому не нужен айфон? Кидаем. Обмотаны лентой специально, да. Ну вот, вот это страшно. Посмотри, вот ямки, видишь? Это уже мост проваливается, и скоро мы рухнем вместе с ним. О, вау! Так страшно, лянь. Такой наклон, ничего себе. А, я сейчас упаду. Капец. Да, я за поручем буду держаться. Слушай, тут опасно снимать, давай туда выйдем, потом продолжим. Alright guys, so coming up, what we're standing in now is called the Baby Grand Canyon. А где мы сейчас стоим, она называется? Детский каньон. Детский каньон. Now the Baby Grand Canyon is formed by water eroding away the softer rock clay, leaving behind what we have now. Now, the Baby Grand Canyon, if you take a picture, you can post on social media, say you went to the Lost Sea and the Grand Canyon in one day, and we won't say a word. Если вы сфотографируете и поставите это на своих соцсетях, можно сказать, что вы посетили и Lost City Adventures, и the Grand Canyon в один день, и никто вам ничего не скажет. Разницу нельзя отличить. Most out of any other state, and it's also known for it being limestone dominant, so a lot of the people who visit these caves are people interested in doing those tours, people around the world who like doing the cave adventures. Сейчас спускаться 7 этажей вниз, такая высота. Это страшно. Муж! Ты рюкзак несешь или меня? О, вау, что-то журчит, журчат ручьи. О, лянь, вода течет. Ничего себе. Лянь, вода течет. Ого. Подожди. О, как страшно. Это душ. Это индийский душ. Он сказал, что эту воду пить нужно. Она очень полезна. Это душ индийский. Ого, лянь, озеро. А тут можно купаться. Мы сейчас идем к озеру. Глянь, оно какое красивое. Глянь, как ракушка, посмотри. Машина по переработке чего-то. О, это моя кухня. Древняя индейская. О, как красиво. Слушай, тут такой уклон, капец. Страшно. Глянь. Тут мох настоящий под землей. Видел? Глянь, мох, посмотри. О, вау. О, тут ровненькая дорога. Замечательно. Вот тут прикольно, лянь. Так, ребята, мы, по-моему, далеко не идем. Они оба сходился. Ребята. Сера. Это бриллианты. Дай. Давай съедим. Они купаются. Точно. Виталик обеденный перерыв. Купаемся. Они в душ пошли. Там был душ. Они сейчас, я им сказала, буду можно купаться. Они сейчас по бутылочке. Вы что, там душ принимали, девочки? Вы там душ индийский принимали? Да. Так долго. Mold, but you will see the mold down here looks like a white spider web on the ground, and that's not detrimental to us. It won't hurt us at all, but it's very bad for bats. But since we don't have any bats in the cave, we don't have to worry about it. Wait, white? Is this like rock? Yeah. So this is a mesh we've created. We like to call these stalagmites. Гриша, переводи. Okay.
Но это не настоящие камни они сделали, чтобы туда свет поставить. А вот это да, ну понятно. All right, guys, so coming up, the tunnel we're standing in, this is called the Bin Sands Tunnel. This is the only man-made tunnel inside the cave. Это единственная туннель, которая сделана человеком. It was blasted out in 1964 to make entering the lake much easier. Это было сделано в 1964 году, так что было легче заходить и выходить отсюда из озера. Now, as we are making our way to the lake, there are a couple low-hanging rocks. Please watch your head. Аккуратно, камни. I don't think so. Ого, опять скользкая глиняная земля. Вода! Дай подойду чуть-чуть. Реально, в озеро, смотри. Ничего себе! О! А тут, кстати, тоже шершавенько. Но... О, так приятно выглядит. Ребята, мы как будто бы, не знаю, в Ноевом ковчеге, глянь, идем. Смотри. По бокам тут земля. А там, наверное, вода, да? Вода там? А ну дай посмотри. Да, вон лодка. О, там что-то интересное, идем. Ничего себе. Такой спейс. О, лянь, как красиво. Это же вода. О, вау. Вот тоже все. Вот лодочка. Ничего себе. Кто не заплатил, кто заплатил, может... О, как красиво. Ничего себе. Вау. Обалдеть! Какая красота! У меня закончились прилагательные. А тут с этой стороны, видишь, земля. Вот с этой. А с этой вода. Ух ты! Как красиво! Где рыба? А, какая земля? Это вода. Ого! Тушканчик плавает. Хотя она живая. Да я вижу. Ты прикинь, она здесь живет под землей. А здесь еще? Ничего себе. Тут такой причал, посмотрите, как это красиво. Вау, как красиво, ребята. Смотрите, какая красота. Я вышла на причал. Шатается это. Гляньте, как она шатается, видите? И там плывет рыба, посмотрите. Вау. В темноте живут рыбки. Такие жирные. Интересно, их кормят тут. Они реально в темноте, посмотрите. Вот я чуть-чуть приближаю, это ночная съемка срабатывает. А так у нас есть много правил, так что давайте сейчас послушаем. And the boat, that's the lake. Do not step in the lake. Аккуратно, так что когда переходите в лодочку, так чтобы вы не упали. Now while on the boat, make sure you stay seated the entire boat ride, unless you're getting on or off the boat. Hang out right there in those black. Ой, я пихну бачу. Да, рыбы. Смотрите, лодочки. Спасибо про нас. А мы сейчас разделимся на две группы. Класс. Мы сели в лодку. Пока, Грегори. Bye, guys. Bye. О, вау. Кто у нас штурман? Я вон там есть. Пастор Алекс за все отвечает. Так, это место. Все, достали телефоны, да? Достали. О, как красиво. А тут можно интересно кое-что? Глянь, вода какая чистая. Тут, наверное, никогда листочек не упадет, потому что его нет. Ничего не сгниет. А там внизу, наверное, тоже камень, да? Ничего себе, какая вода красивая. Чисто. Виталик! Ку-ку! Ты наш штурман.
Давай, руководи процессом. My name is Miracle. I'm going to be your boat driver. You guys are now sailing to Lost Sea, North America's largest underground lake. It's about 800 feet long, 220 feet wide. Глубина этого озера 75 футов. Ого. Телефон не достанем. 75 футов. Потому что не перевел. Рыбка, где рыбка? Ты боишься? Не бойся. В 1972 году они привезли сюда профессионалов, которые... Дайверов. А как по-русски? Дайверы. Дайверы, так чтобы они посмотрели все пространства этого озера, и они еще нашли. Упасть, и они сразу же покинули эту территорию. И также и произошло несколько дней спустя, когда они ушли, камень упал, и с того момента там никто не был во втором озере. То есть они все здесь. Хватайте, хватайте. А где укусишь? На огромное. Оля, сфоткай нас. Оля там. Я Оля все не слышу. Глянь, сколько их. О, вау. Класс. Очень красиво. Все большие очень. Там нам неудобно снимать, но нас тут много. Нас тут 16 человек. Я капает на голову, капает. Вы видели, когда вот водичка падала из этих камней, она падает каждые 38 минут, и они говорят, если на вас упала водичка, это хорошо, это хорошим удачей. На меня упало. О, на меня упало. И на меня упало. Да. Ух ты, как красиво, ребята.
Мальдивы. Это Мальдивы под землей. О, на меня опять что-то капнуло. Also, just wait for me to say it's safe to exit. You have to think about backup. If you stand up at last minute, that increases your chances of falling. Вода холодная такая. Следующая группа Cities. Как будто воздух висят, посмотрите. Вау, да. Как будто на нем воздух. Супер. Смотрите. Как красиво. В минеральном воде. Вода просто прозрачная. Чистейшая. Как будто воздух и парят. Класс, прибыли. Выгружаемся потихонечку. Мы культурные. Выгружаемся спокойно. Красавец. Смотрите, такая хвостиком виляет. Короче, они теряют окрас, потому что они под землей. Их туда, тут искусственно держат, кормят. И они, когда сталкиваются со скалой, ну там, пугаются. Ну, им тут затошно. Нет ни одного, как говорится, ничего. Кто их съест или повредит им. Водолазы плавали, изучали это место. Очень красиво, просто невероятно. Теперь мы поднимаемся наверх. Наверх идти намного легче. Нет ощущения, что ты грохнешься. Я тоже отпросился именно 2 или 3 недели назад. Хорошая наверх идти, мне нравится. Я вчера тут отправлю. Красота? Красота? So vibes, it's a tough language, it's a very tough language. Absolutely. And plus, счастливый человек. The American stereotype, we don't want to know just our specific language, we don't really branch off. There are no stereotypes, everything is New York. Саша, я предупреждала, что Америка очень разная. That's about it, yeah, that sounds about right. If I'm going to be honest, that sums up everything. It's not even a stereotype. That's probably true. If it's not New York, then it is Texas. Yes, that's very true. That's your 3 different sections of America alone. Right, we're just the people out in the middle of nowhere. Right, absolutely. That's awesome. But yeah, you guys definitely impressed me today. And so I noticed a lot of you guys are very bilingual. How recently did you guys learn English? Вау, как тут красиво. Какие-то скалы, пещеры. О, как страшно. Чуть-чуть. И подъем такой. Я еле поднимаюсь. О, смотрите. Смотрите, какая красота. О, это наши. Наши десантники идут. Наша фантастичная группа. Виталя, а ну остановись, Виталя. И свети здесь. Смотри, какой камень. Леня, крута. Прям лапа чёс. О, вау. Чё себе? Трогать, это называется медвежья лапа. Вот это. Я уже медвежья лапа. Медвежья лапа. Если дадите high-five, 5, то это означает, что вылезет медведь. Да, тебе all the boats as well, you're right. Natya, Каренинска. Yeah, so the stalactite above it, the stalactite is 900 years old, whereas the stalagmite is only 600.
Наши девчонки. Once you guys are ready, you can follow to the top. Thank you guys, y'all have been absolutely awesome. We appreciate you guys today, y'all. Будем красиво выходим из красивенной пещеры. Наша компашка идет. Церковь Рублялян Чорч. Смотрите, представляете, жить в таком месте. Ну там типа костер горит. Когда-то тут были поселения. Вообще, по красоте именно. Супер. Спорт. Поднимаемся. Медленно, но уверенно. Тут куча сувениров. Всяких. На память. Миллион магнитиков. Выходим. Едем, впереди наша команда. У нас всего, по-моему, около 7 машин. Еще сзади нас. Едем в кафешку. Самое приятное для вот этих пиплов. Да, пиплы? Едем красиво, интеллигентно. Здесь покушать в Америке, в таком маленьком городке. Наша команда, другая, я не помню, у нас 6 или 7 машин. Вон там одни припарковались, туда уже наши пошли. Короче, идем вместе. Такой старенький городок, интересный. Старая-престарая Америка. Теннесси, правильно говорю. О, магазинчики. Магазинчики. Идем в какую-то таверню. Наши со всех сторон ползут. Они не готовы кормить сразу 30 украинцев. Пойдем, не ждали, а нас 30 человек. Кормите. Это кафешка, очень-очень интересная, старинная кафешечка. Посадили нашу молодежь, красивую, в капюшончиках. Изучаем. Сейчас нас посадят. Они не ожидали сразу 30 украинцев в такой милой старинной кафешке. Да, сели тут, мы сидим. Красиво тут. Тут сидят. Елена. Елену делают. О! Самый мелкий пузожитель. Молодежь отрывается. Улыбается. Еще одна молодежь. О! Всюду знакомые лица. Того стоит. Ну как бургеры, ребята? Пару слов, оно того стоит. Бутерброд разорви рот, сыночек. Альбина, а ты что заказала? Куриный? О, я тоже такое заказала. Молодь кушает. Молодцы. Орлы. Сейчас посмотрим, что семейство тут кушает. Уже все съели. Раньше нас, а нам еще не принесли. Вы какая-то элита. Элита. Ну что у вас тут вкусненько? Уже все съели? Все съели. О, вау. Могу, конечно. Что было? Рыба. Форель. Я сома заказала. Не знаю, что там буду пробовать. Ничего не принесли. Да? Пацаны, вкусно? Пару слов.
Да. А что вы заказали? Стейк. Стейк? О, молодцы. Нам еще не принесли. Ты ничего не ела. Это какой-то сом. Блин, в батюге приходит. Это какой-то чикен. У тебя тоже чикен. У тебя американский какой-то, не знаю какой-то... что. А у Виталика можно я... О, там какой-то бекончик. Саша, мне эту половину дашь. It's so nice. It's so nice. Вот, который надо собрать. Ты снимаешь? Да, снимаю. Та-дам! Вот это точно разорвёт. Прикольно будет. Да. Ну что, молодежь, домой не собираемся. Остаемся тут жить. Ждать следующий этот приход. Сытые и довольные. Слава Богу. Вот в этой потрясающей кафешке. Такой старинный городок. А тут играет американская музыка. Миллион флагов. Едем домой. У нас на машинке написано. Опачки! Видели? Украина. Едем домой. Слава Богу.